Вот это жестяк вообще! Ё-моё! Вот это жесть! Вот до такого шикарного места мы доехали. Очень красиво. Первая зазеленевшая травка на этой поляне. Озеро, как в сказке, в общем. Так, первый куда-то пошел в болото уже, наверное. Четкий аппарат. Китаец поехал, побуксовал, наверное, там на БТРовских, я думаю. Тем более должен ехать. Что у нас тут с почвой? Есть болотце. Блокировок нет ни в грейдволе, ни межколесных, я имею в виду. По такому. Такой тут полуторфянничек какой-то, а может и полноценный даже. Красиво идет, ничего не скажешь. Шины решают все-таки, размер точнее. Так. По лайту Витя пошел, да. Дельфин недоволен. Сейчас исправит свою ошибку. Осознал ошибку? Какую? По лайту пошел. Ну, да, я возвращаюсь. Давай. Очень красиво прошел. Great Wall сел. Ведро. Ого, белый дельфин нашел дорогу таки для моих сапог. От моей этой? От моей этой? От этой. Еще и пропердишь там все. Едет и страшно не едет, он разбирается, да подожди, дельфин пока обследует еще. Эй! Ты едешь, а я тебе говорю, резко тормози! А там люк есть. А в люк давай, я тоже в люк. Давай, руку у меня была оторвать. Эй, русы, ты честная, первая. Да я через люк пойду. Руслан, а что ты сидишь? Едь на капоте. Едь на капоте, у тебя. Да я хотел через люк, лучше видно будет, у вас лучше видно. Нет, я потом тебя сниму. Нет, все, нет. Осторожно! Люди со всех щелей лезут. Руслан! Очкозавр, вонюк! Ну кадры дал? Так, вот он. Пошли. Тут как-то спокойнее мне. Пробитому, видим. По пробитому попробуй. И сказал, только не по пробитому. А, не по пробитому.
газуешь очень. Давай в натяжку попробуем, ведь без газа. Да-да-да, натяжка. Ну пробиваем. Пробивает. По пробитому разгончик чуть-чуть, но в натяжку ведь. Вас, я к тебе как вот здравомыслящий. Что скажешь, назад или вперед? Да какой он здравомыслящий, он тебе сейчас скажет. Так в чем прикол, что я сейчас туда проеду, а вы потом все останетесь здесь и скажете: Витя, езжай обратно. Скоро достану уже и ничего делать не буду. Ну что, видно тебе? Осторожно. Оно себе пробивает, накатывает колею. Поэтому идет. И выскакиваем назад. На твердое. Витя решил уйти с этой трассы. Стоп. Не-не, тут какой-то пень ведь. Да я понял. С колеи не хочет пока. Дельфин сдается, поднял руки. Дельфин сдается! Колея какая уже. А? Колея жесткая. Отсюда можно вправо ведь. Попробуй. Ну конечно, он же может застрять и сломать. Мы без глушителя. Думаю, что-то поменялось. Зашли, с заносом вышли. Что здесь такое? Ну, едет неплохо, но почти проехали. Оффроудная такса смотрит траекторию тоже. А, новый маршрут? Новый маршрут прокладывает нам голубой дельфин. Белый дельфин. А, блин. Голубой, ты чё, голубой это? Голубой может его оскорбить? Ну, конечно, ну. Хоть он и европеец, но не настолько. Так, ну мы в передовом отряде. Остальные поверху. А мы идем по серьезному маршруту. Идем. Машина серьезная. Пилот очень серьезный. Штурман тоже вот нормально подкрепляется.
места-то классные, да, Русик? Места вообще, ты видишь, весна. Как раз мы вовремя сюда приехали. Места просто бесподобные. Так, ну там пни. Пни и бревна. Я думаю, правее взять или удар. Вперед, говорит. Да тут уже все, мне кажется. Дай на это место. Дай. Что там, застрял? Чуть-чуть вперед. Не, я сказал, чуть-чуть назад и праворуль. Все, назад, раскопыто. Все, вперед, праворуль. Давай залебедим, я знаю, что еще. Человек с лебедкой. Что там за... Давай, дави, давай, не ломай, да. Прямо вон дерево. Подъезжай. На лебедочке тянем. Без колес? Да. Идем чисто на лебеде. Пора выезжать. Береги иномарку. Пора выезжать. Ёханый бабай. Что-то мы отстали, да, от колонны, но мы по харду шли, все по лайту пошли. Если у кого-то говорит, подготовленный внедорожник, раз, для сколько, да. Сидят. Как же мне ноги колят? Колят ноги? Кто тебе колет? Сейчас я это все уберу. Витя пошел. Я уже колено. Ну круто шли. Лайту катнуть взяли, да? Что это за люди, не знаешь? Это точно не джиперы, это какие-то охотники, наверное. Или рыбаки, да? Не поняли, что. Все, на колесо, на капот. Капот крепкий, можно залазить. Белый дельфин. Только медленно едь, ведь. Пассажиры, потому что они тяжелые. Сейчас морда перегружена. Так, осторожно, тут могут быть торчащие предметы. Смотри, смотри. Вот тут осторожно, вот. Да, я понял. Саморез. Да. Это саморезы для фиксации этих штурманов. Андрюха там тоже с той стороны. Тут интересные решения конструкторские. Белый дельфин как царь, посмотри, чтоб царя не переехал ты, Витя. Не, я аккуратно. Дельфина держите, Андрюха. Не, медленно едь. Куда? Медленно, не тормози сюда? Только. Прямо, да? Повезем домой. Да, мальчиков домой везем. Пацаны, аккуратней. Так, тут преодолеваем мы. Руками медленно убирайте.
Осторожно, 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 не спеши. Давай. Осторожно, там не порви куртку. Куртку. Да, вижу, мои. Ее. Тиханный бабай, дельфин. Мы тут такую преодолели серьезную преграду. Они точно знают дорогу, да. Витя? Андрей, из салона. Андрюха! Поснимай меня, давай. Я на нее. Дали мне тут камеру. Не надо, там люди, не лети. Едь медленно. Такой лес из ног на лобовом. Ага. И какая-то туша. А, это дельфин. Куда ложимся? Я пацанам на крышу говорю. Да нет, там у них эти саморезы торчат в попку. Надо, кстати, их надо срезать. Веткой. Вот, да, Ветка. Веткой залю. Да, это ты придумала сама? Да. Это нормальный вариант, я тебе скажу. Слышишь? Чуть по морде не дала, такой звук был. Близко где-то. Ветки здесь. Пошел штурман. Там Нива впереди. А мы тут едем по самой жести. А ну, надо выходить. Так, что-то происходит. А тут Витя. Заезжайте все в это болото, елки. У вас еще не сидит. А этот у вас по своему маршруту. Красавчик. Да, тут по-жесткому происходит спасение. Да нет. Очень крепкий у вас, хороший. Витя, давай вперед! Оффроуд продолжается. У вас Нива пытается сама поехать, но в свою же яму упал. У вас едет. Выскочил, красавчик. Тебе надо менять машину. Помогите. Все ждут хруста полуосей, но пока хрустят только ветки под колесами. Непонятно, за шумом веток можно пропустить шум грибком. Вперед собрался тащить. А еще? Чтобы точно подумали, что это ты. Так что теперь... Павло правильно писать. Тут был отец Павло. Смотри, звери какие. Ну так вспомнишь. Слышишь? Я ближе из 20 лет вспомнишь. Лизу получишь, Паша. Павло, на берегу этого болота можешь построить церковь здесь. Как раз и кататься рядом. Первый камень заложен. Ого, там смотри, как жестко. Поехал. Ну на лебедке, да? Поехал, а ты думал сам он так? Своим ходом прет. Кто следующий?
Едет на лебедке. Уверенно, с Витей вместе Нива — это вообще сказка, а не машина. Дерево сзади. Я ему не мешаю. Да надо застрелить, трос бросил. Да, хороший тут выход. Смотрите, просто. Клёв. Стой, 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 стой! Хорош? Сейчас спецучасток не против. Ведь, ведь! Бруно, иди сюда. Карманная собачка. Что, Витя пошел? Тебе просто надо поменять колеса, все. Ну, можно и так, дешевле намного. Ну, давай, пробуй. Давай, разгружусь, сейчас я могу пройти. Даже раскопали, правильно. Ну, Витя разворачивается прямо. Очень уверенно. И шакал чей-то. Давай, давай, тут сложнее сейчас будет. Право руль, право руль. Нелегко. Красиво. Так, у вас пошел. Ну почти. Нет, идет, идет, красавчик. Отсюда куда можно? Отсюда с горки просто. Ну молодец. Там сухо. Не садится. А что там за мосты, Андрю? Там колхозы. Колхозы, да? Нет, там снизу под водой понял песок. Глубоко не закопали. Да, нормально рубится. Чуть-чуть назад, чуть-чуть назад, чуть-чуть. Хорош. Еще раз. Витя болеет за вас. Хорош. Красавчик. Да, у вас. А Land Rover поедет? Да, да, давай. Давай, Land Rover. Да не, по лайту уйдет, я думаю. Поедет, думаешь? Они что, зря Land Rover покупали?
Ну, трос, все, вот да это... не, ну это ж хлебный ездить машина, это же не у вас. А мы сейчас проверим. Блогер снимает. Витя, 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 мы сейчас узнаем, какая машина для хлебного. Ну у вас проехал. У вас проехал, а там дизелек морчит приятно. Да, и Сильвера. Смотри, перед тем, как что-то поехать, надо что-то включить. Дверь открыть надо, помолиться. Не, ну Land Rover серьезный аппарат, просто что тут с весом непонятно сейчас будет. По пробитому должен идти вообще, машина подготовленная. Очень уверенно, очень уверенно. Да. Не, ну что, Васик протоптал всю дорогу, да? Да, 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 но... Нива, да, Нива протоптала, конечно, теперь можно ехать. Нива протоптала дорогу. Так, ну давай пробуй. Давай. Мальчик, кто-нибудь выйдите прямо, чтобы мне там вправо, лево, если... Так, ну дорога тут, конечно, серьезная. Что-то, мне кажется, мы можем застрять, Андрюх. Так, Витя начинает ехать. Посмотрите, как он едет. Это вообще как непонятно. Ну, проехал. Так, Нива, 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 Нива. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Я переживал, чтобы он ходом не намочил меня. Переживания не оправдались. 3 человека душ может сзади принимать от этого омывателя лобового. Витя спешит на помощь. Вперед, вперед может. Попробуй. Чуть потихоньку только. Что-то не дотянули немножко. На замыленный протектор, видите, уже вроде на почти выехал, но не выехал. Бревна вроде как и не мешают уже. Еще. Ну, так ну, раскрасить. А ну. Давай. Одень вперед. Еще назад. Оп, да, тормоза, полетели. Назад. Да, да, давай. Оп, давай, вперед. Вы назад за бампер тяните. За бампер тяните назад, когда. Подожди. Тормоз держи. Пацаны, взяли? На раз, на три. Давай. Ух ты, сука, багажник. Давай. Еще вперед. Я уже ушел на нос. Ну, ладно, я понял. Сейчас, одну секундочку. Короче. Пилот и сесть не успел. Едет, но не уверенно. А куда мы едем? Опа, и у вас с нами едет, друзья. Да. Вообще на БТРовских это ракета, а не машина. Виллис приехал. Там туда? Туда?
туда, куда же нам? Уазы дарят радость детям. Двойной, чего тройной? Нет, тройной. Вот, это же кабина раз, это кабина два, это кабина три. Тут подрезают со всех сторон. И Виллис в препятствии уже сидит. Хорошее место, мы с утра тут ехали. Вот это жестяк вообще! Ё-моё! Вот это жесть! Давай! Не, я пешком, я манала там. Что-то ты его недолюбливаешь. Ёлки-палки. А что ты на машину так взяла? Подожди. Уже сел, вытаскивает. Хорошо, машина легкая, но это нырнул четко. Что, як мне? Слева, справа. Да едь, как Антон. Как чувствуешь? Центр я уже брал, взял. Тут вода сейчас, протектор помоется и поедет. А, Ниве вообще ни о чем. Мои елки-палки, а как вы попали в эту засаду? А тут штурман мечты вон сзади сидит. Ехали. Два УАЗа. Это жестячок. Крепко. Давай. Красиво прошел. Молодец. Так, ну остался Land Rover. Discovery. Второй. На Camel Trophy почти. Да, озеро отлично. Утеплело днем конкретно. Сейчас, наверное, больше градусов, наверное, 12. Ветра нет. И мы уже почти в лагере.